Чё, как зрители, это Гагатун, мы продолжаем играть в Far Cry 3, потому что... Да, хорошая объяснение. Я не туда укатился. Я определенно не туда укатился, поэтому я использую быстрое перемещение и перемещусь буквально в то же место, где я и был. Или нет, или нет, или я... Окей, сейчас мы переместимся. Нужно мне стоит заменить оружие, кстати. Чё я нажимаю постоянно не те кнопки? Мои пальцы опять ходят не по тем кнопкам. Я, наверное, возьму себе... У меня ничего нового не открылось. Я, наверное, Что у меня там было вместо... Окей, у меня там было специально оружие. У меня там был специальный пистолет. Ну ладно, фиг с ним. В принципе, оставим винтовку. Мало ли, вдруг она нам пригодится. Она, кажется, даже с глушителем. Или нет? Она с глушителем? Чем она? Кажется, нет, она без глушителя. Ну ладно. А, так, куда, как нам туда спуститься? Чтобы не улететь в далекие края. А, отлично, вот, все. Мы нашли наш путь, и мы будем двигаться туда. Пещера. Пещера, в которой мы расскажем, что, оказывается, мы на самом деле не пойдем с ними. Ты в порядке? Я нормально. Потому что мы почти починили лодку и можем идти домой. Я не пойду с вами. Там-пам-пам-пам. Что? Ты о чем говоришь? Я нашел свое место, и он на этом острове. Джейсон, ты серьезно? Да, я серьезно. Че, не видно, что ли, по моему лицу? В моей крутой камере, наверное, вместо лица. Лиза. Я, понимаешь, я просто пытаюсь понять. В первый раз я знаю, что я хочу. Я ждала этого всю вечность. И теперь ты оставляешь меня. Смотрите, как у нее губа дрожит. Прощай, Лиза. Лиза, пошли, Лиз. Давайте, уезжайте. Я почти вас всех спас. Кроме, конечно, своих... неожиданно всех своих родственников я не спас. Какие-то причины. Но вы можете валить отсюда. Пока, ребят, я, может быть, еще сожру перед уходом. Окей. Куда делись таблетки? Эй! Кто из вас взял мои таблетки? Они были тут. Прямо где-то тут они лежали. Что за дерьмо? Лиза, не волнуйся, у тебя все еще есть хорошая задница. У вас обоих. Может, я могу с ними еще поговорить перед... О, я могу с ним поговорить перед уходом. Давайте поговорим с ними. Оли. Listen. Stop stressing right now, because Ollie is staying with Dr. E. You have to go back. Ты должен вернуться, понимаешь? Не можешь тут остаться. Why? Почему? Я знаю то, потому что рассказать моей матери. Ну ладно, ладно, я все сделаю. Так, ну давай, прощай, брат. Накуришься своей травы там, в Штатах. Ты бы заботься о себе, хорошо? Ты тоже. Что такая сцена у нас, прощание. Так. Ну ты чё там? Я так понимаю, ты вообще виноват, козел, тупой киф. Удачи тебе на Уолл-стрит. Оставайся сильным. Окей. Ну я так понимаю, к Лизе мне лучше не подходить туда. Эй, ребят. Просто иди. Просто иди так. Плачет такая. Эй, просто иди. Просто вали уже. Как-то это все наиграно. Вообще-то лодку как-то неплохо так починили неожиданно. Правда. Как вы рулите? А, окей. А просто типа смотреть можно стоять. Я не разбираюсь в лодках. Где моя наркота? Понимаете, единственное, что меня волнует, где мои гребаные таблетки? Они где-то тут? Мне что, теперь где-то искать нужно или что? Смотрите, если я...
Знаю, что кто-то стырил мои красные таблетки, я вас убью нахер всех. Я вернусь сюда и убью вас. Забочься о себе. Хорошо, я позабочусь о себе, дура. Взяла там что-то, стала кричать перед тем, как я ушел. Неожиданно. Зачем мне? Ну зачем мне? Так, ну чё? Сейчас мне кто-то станет. Это было тяжело, тяжелее, чем я думал. Хорошо, ладно, возвращаемся. Агент Виллис теперь остался. Агент Виллис, значит. Агент Виллис, где этот агент Виллис? Агент Виллис. Вон он. Прям все хорошо, все на вейпоинтах сидят. Мило. Очень мило с их стороны. Спасибо, что не предлагают мне пилить по 50 километров. А они просто сидят такие. Эй, друг, давай мы тут посидим вместе с тобой. Так, где тут выход? Выход там. Какие-то холодильнички, тут все обустроено. Что-то я не помню этого места даже. Все так хорошо обустроено, что я даже не помню этого места. Джейсон, я давно тебя не слышал. Ты хотел вроде покидать остров. Нет, я остаюсь. В общем, я сегодня улетаю отсюда. Было мило поработать с тобой. Но перед тем, как ты уйдешь, мне нужно тебя кое-что спросить. Помоги мне убить Хойта. Ты можешь попробовать. У меня есть агент однажды там был. Я думаю, что он все еще жив. Ты можешь помочь мне туда перебраться? Я тебе пошлю координаты. Хорошо, я буду там. В общем, самолет улетит с тобой или без тебя через пару минут. Окей, 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 спасибо. Спасибо, что сказали, что таймер. Я так подумал, что сейчас будет таймер какой-нибудь. Спасибо за таймер. Так, ну погнали. Со мной или без меня, значит. Мне кажется, или маркер двигается даже уже немного. Это, наверное, игра моего выбора. Вау, 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 вау. Так. Окей, ладно. Мы норм... Jesus Christ! Отлично. Мне кажется, мы... там есть мост. Там есть мост. Отлично. Успеем переехать, я думаю. Или это не мост? Это не мост? Да тут ехать. А, черт. Как мне туда переехать? Мост был. Он там. Окей, черт побери. А, тогда быстро сгоняем туда. Так, мосты. Не по сюжету. Какого хера? Так было бы, мне кажется, по течению. А там, где там находится этот мост, он стоит неудобно. Да фиг с ним. За 4 минуты я успею, я думаю. Так. Вон он где-то там. Еще не время слезать? Нет, вроде еще не время. А теперь на. Ой, а я сейчас прям по нему и проедусь. Оба тут еще какой-нибудь нитро. Так. Отлично. Ну сейчас уже все гладко должно пройти. Сейчас посмотрю на всякий случай. Беру я маркер, чтобы меня не отвлекал. Окей, лучше, наверное, свернуть налево. Наверное, лучше свернуть сейчас налево. Потом ехать по прямой. Ага. Так, кажется, я опять поехал. Ну, ладно, я пройду так. Через джунгли! Так, куда? Ой, черт. Ау, найс. Потому что я поставил броню на мои квадроциклы и прочие машины. Почему я так буксую? Давай. Нормально. Давай, гони. О, черт! Ладно, может быть, я так проеду. Оп. Я не особый мастак вписывался в повороты. Значит, приезжай быстрее, что? Тебя окружили? Что, наркоман, что? Найс. Проделал я дырку. Так, по кому кинуть ножик? Так, я никого не увидел. Эй!
Пока. Так. Кто тут еще жив? Пока. Отличная работа. Теперь мне нужно чинить его. Ну и... Окей. Ты можешь чинить сколько тебе угодно. На самом деле. Если они все будут идти по прямой. Если они будут идти по прямой. Как ты чинишь? Чем ты его чинишь? Огнетушителем? Ты чинишь его огнетушить? Команды бегут. Но чувствую, я их сейчас настреляю. Прикрой меня. Так, будет сделано. Слышите, это же Рэмбо. Та-та-та-та-та-та-та. Если бы у них еще кишки вылетали. Как в Рэмбе. Я бы хотел какую-нибудь игру, которая была сделана с физикой, как в Рэмбо, то есть кишками. Звук тут, по крайней мере, хороший такой, качественный. Мины. А, у меня нет мест для мин. Я могу их поставить? Где? Я их понял. Окей, они пошли. Какой хера винтовка? Она ощутилась. Куда взялась вообще гребаная винтовка? Так, кто еще? Окей, большой. Норм. Он умер? Виллис, я тебя защищаю, не волнуйся, братине. Даже мне стоит тут тоже мины оставить. Так, ну чё, пойдем посмотрим, кто еще тут будет. Ну да, туда бы я уже не дотянулся. Так, ну и долго ты еще будешь чинить своим гнету... Окей, они теперь сзади. Ще мило. Ще мило, братья мои. Ты там, окей. С другой стороны, я могу постоять и так пострелять. Какие там спецэффекты были, это от моих мин? Нет, там какие-то... У меня там какое-то вооружение взорвалось. Неожиданно. Смотрите, сколько этих мигающих людей тут валяется. Так. Ну что? Кто-нибудь пойдет по прямой сюда? Там, по-моему, до сих пор мины. Нет? Или они там что-то вроде лежат? Буду, если что, по минам стрелять. А сзади у меня есть еще дополнительный пулемет. Так. Филис, ты делаешь свою работу или не делаешь? Я пойду тогда по... Окей, они тебе пошли. Па-па-па. Па-па-па. Так. И несколько людей сзади. Что, ты починил? Нет, мне не нравится, как ты медленно собираешься теперь уходить. Жари гранат, пожалуйста. Нет, ты не собираешься еще уходить, я смотрю. Я не знаю, где они там, но они должны умереть. И там какой-то пулеметчик. Что? Отстань. Не буду... А. Так, тавгай. Я его убил прям до мины. Он бы все равно взорвался. Как дела? Джейсон, заходи внутрь, садись, не стесняйся. Ты нашел этот самолет в России? Нет, я апгрейдил его в Сингапуре? Что? Но он явно не русский. Слушай, чувак, все, хватит, давай, полетели просто. Мне сейчас рассказывать еще. Совет Раша. Я полечу или? Я говорю, садись. Че, он как бы не доверяет ему, что ли? Я не пойму. Так, это напоминает мне.
If you whistle the Star Spangled Banner in Thurston at the Crazy Cock Bar, he'll know I sent you. В общем, зайди в какой-то там бар, он поймет, что я послал тебя. Окей, ну давай полетели с Богом. Я же всю жизнь провел в агентстве. И теперь все мое дело наконец-то окупится. Мы наконец-то выберемся из джунглей. Эй-эй. Ну я за тебя рад. Я надеюсь, что у тебя топлива хватит улететь куда-то дальше. Ладно, наверное, на этом все. Если вам понравился этот ролик, не забывайте подписываться на канал, оставлять комментарии, ставить пальцы вверх. И пока. Опять, наверное, цитаты из «Алисы в стране чудес».